Здравствуйте, Сергей Семенович. Мы очень рады видеть вас в нашем районе. Меня зовут Маргасюк Вера Владимировна и проживаю в этом районе уже 30 лет. От жителей нашего района, именно от верующих, мы хотели поблагодарить вас за храм, который построен на улице Суздальской. Прекрасное место, нам очень там нравится, многие гуляют. Вот. И еще у нас в этом году, летом обещали, должен открыться еще один храм на улице Салтыковской. Но здесь такая проблема, этот храм не попадает под акцию «Миллион деревьев», да, программа «Миллион деревьев». Да, но мы хотели, чтобы там были высажены деревья, кустарники, вот, и чтобы вы нам в этом помогли, потому что там тоже очень место красивое, и получается, находится на территории Салтыковский лес, вот рядышком там, да, и пруд. Вот, помогите нам, пожалуйста, от верующих и вообще от наших жителей. Очень благодарна. Прошу благодарить магистра «Сидеть деревья» Антон Олегович. Если по программе «Миллион деревьев», вам не надо давать микрофон. Я не так помогу. Ребят, желание помочь. Если сейчас время прошло, осенью все сделаем. Спасибо.